Основной принцип – все, что потреблено, должно быть оплачено. Основные инновации, которые появились в этом постановлении. Появляются два платежа по каждому виду коммунальных услуг. За потребление внутри жилого помещения и за потребление на общедомовые нужды. Второе. Сократятся сроки, по истечении которых должнику по оплате ЖКУ может быть ограничено или приостановлено потребление коммунальных услуг. Теперь это уже не 6 месяцев, а 3 месяца.